Вот вы показывали красивые такие съемки. Медуза, да? Да. Так, я понимаю, что одна медуза ест другую, да? Да, эти медузы питаются другими медузами. 70% их диеты, ага. Другие жилетелые. А вот вторая, последняя картинка, где вот этот моллюск-ангел, да? Морской ангел, да. И он поедает чертика, да? Да, морские ангелы едят морских чертей. Это добро близко побеждает зло. То, чем я занимаюсь, мне надо будет поближе познакомиться с вашими результатами. Я с радостью. Приходится все время смотреть, чтобы нас никто не съел. Оглядываться по сторонам, посмотреть, что в природе происходит очень, очень полезно.